Денис Визгалов, руководитель семинара «Наш соотечественник». Много лет прожив в Белорецке, сегодня он занимается вопросами, связанными с развитием малых городов. Денис Визгалов возглавляет Высшую школу урбанистики и сотрудничает с Республиканским агентством территориального развития. Сейчас реализуется совместный проект в сфере маркетинга территорий. Это попытка создать каждому городу Башкортостана свой неповторимый имидж. Уже есть заинтересованность у администрации Нефтекамска, чтобы выйти на такой хороший проект, чтобы в течение вот этого года, 2013-го, выйти на какие-то новые, так сказать, фишечки города, чтобы, найдя их, описав их, сделать фирменный стиль этого города и выйти на какие-то конкретные проекты по репрезентации этой идеи в городском пространстве, в инфраструктуре, в событийном ряду, в культурной жизни города, в управлении, в сотрудничестве с бизнесом. Сегодня для городов это очень важно. Репутация места сегодня является таким же важным нематериальным активом развития места, как деньги, земля и даже воздух, говорит кандидат географических наук. А чтобы выиграть конкуренцию среди городов за инвесторов или туристов, которые уже наблюдаются в России, нужно использовать все технологии. Причем, чем скорее города займутся своим имиджем, тем успешнее будет его реализация, уверен столичный ученый. Первые 20-30 российских городов, которые сегодня начинают активно, целенаправленно заниматься поиском своего бренда, они оказываются первые, удачные, потому что о них просто все начинают рассказывать и говорить. Не потому, что у них что-то сверхъестественное, успешное сделано, а просто потому, что они первые были. В Нефтекамске, по словам Дениса Визгалова, есть свои особенности, а соответственно и возможности реализации идей для развития города. Слушатели семинара, специалисты различных областей, начиная с дошкольного образования и заканчивая сферой бизнеса, прониклись идеей создания бренда Нефтекамска. Мы все в нашем городе живем, все его очень много любим, кто-то больше, кто-то меньше. Но, скажем, мне было бы очень приятно, если бы о нашем городе, скажем, знали больше, приезжали бы туристы. Если город был бы популярен сам по себе, идея сама по себе очень интересная. И думаю, что имеет смысл как-то хотя бы попытаться развить. В любом случае, брендинг и маркетинг места – это не наука, а скорее творчество, некое искусство, подчеркнул Денис Визгалов. Сделать свой город известным можно не благодаря своду правил, по которым раскручивались другие города. Вот и Нефтекамску предстоит поработать над поиском своего оригинального стиля и бренда. Лилия Ахметова, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».